Всем привет, мы Калина Мистер Ким. Мы сегодня будем играть. Сегодня будем создавать модель, ну, мод. 3D мод. На примере я вот так делаю блок или там айтем. Ну, или инструмент сюда захожу всегда. И любую просто делаю. Ну, например, давайте сделаем. Ну, не знаю. Давайте так. Что-нибудь. Нет. Давайте просто. Я не знаю, что можно сделать, но сейчас что-нибудь придумаю. Ну, давай я просто сделаю какую-нибудь штуку. Пускай такая будет. Дальше заходим в настройки и настраиваем как хотите. Красим. Ну, просто любой цвет. Бери. Белый. Можем покрасить. Рисуем, пускай будет у нас. Тут. Не знаю, что такое у меня будет. Но это какой-то динозаврик будет. Такое, ну, я не знаю, что это нарисовал, короче. Ну, пускай вот это будет штука. Сохранить. Называем. Например, вам показываю. Ну вот. Теперь мы сохраняем проект. Модель. И это у нас это назовем так. Теперь мы просто сходим. А нет, это самое. Креатор. Ну. Так. Все. Теперь мы должны сейчас прогрузить. Все. Теперь мы заходим в блок. Ну, если это блок. Ой, не туда, подождите, извините. Сюда. 3D-модель сюда и сюда. Потом ищем это. Потом сюда и смотрим, где у нас есть. Ну, вот так. Где? Вот это. Потом мы находим так. Теперь мы сюда заходим. И это блок. И ищем те. А, у нас текстурка уже есть. Да, это у нас уже текстурка. Вот она есть. Ну, если что, поставите. Ладно, так, дальше у нас блок. Заходим в блок. Называем как хотим. Ну, это, ну, чтобы понятно было. Заходим и... Так. Ну, давайте поищем... Где? Сейчас мы найдем... Сейчас. Подождите. Сейчас. Вот это что? Я уже не помню. Давайте посмотрим. Так. А,
да, вот это. Да, вот это. Заходим сюда. Да, вот это. Теперь текстурку убираем с этого. Теперь заходим сюда. Ну, тут выбираете, что тут. У меня вот так уберу. Что будет так? Что будет из него выпадать, если что? Ну, из него у меня будет выпадать... Ну, пускай будет железо. Это так, это как будут видеть игроки в коллективе или просто. Я уже не помню, где он будет появляться, но я тут ничего не знаю. Все, я захожу. Теперь сейчас мы ждем, когда сейчас всего консоль напишет. У меня вот мод есть. Ну, сейчас мы зайдем. Я вам покажу, куда заходить. Кто не знает, сейчас покажу. Если в Minecraft креаторе заходим. Ну, я так думаю, что я всегда так захожу. Короче, в этот. Сейчас консолька пропишет. Не пишет что-то. Сейчас. Блок Beyond. Ну, сейчас все пропишется. Прописываем. Что-то долго прописывает. Ну, смотрим. Все прописала. Теперь заходим в Minecraft, вот этот, вот сюда я захожу, сюда, сюда, плей, вот отсюда еще. И, короче, ждем. Сейчас мы зайдем, и, короче, сейчас подождем, зайдем, и сейчас посмотрите. Так, это не смотрите, это и просто. Все упало. Так. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Ну и так заставал тут чуть-чуть. Персонал.
хорошо. Подойти. Выйти из игры. Вот все, мы все сделали. Давайте всем пока. Подписывайтесь на канал. Давайте вы наберете 3 лайка, и я выйдет новое видео. Хорошо. Всем пока.